Всем привет, меня зовут Алекс Айкил, и я продолжаю проходить Half-Life 2. Мы наконец-то добрались до Новый Проспект, это тюрьма, в которой держит Элай Венса, собственно, мы здесь для того, чтобы освободить его. Теперь надо только понять, куда идти дальше. Тут все закрыто, здесь ничего, здесь ничего. Здесь дырка в стене, только через нее. Что это? Это хедкраб. Мы его ломиком вынесем. Так, наверх. Здесь ничего. Пулеметы. Но их мы будем выносить при помощи гравипушки. Что это? Это камера наблюдения. Похоже, что муравьиные львы пробрались и сюда. Так что у нас будет подмога. Немного восстановим броню. И, конечно же, здоровье. Так, сохранимся на всякий случай. И теперь можем идти дальше. Так, турели, осторожно. Так. Ай, попался. Блин, из пистолета его быстро. Фух, успел. Держи. А я пройду спокойно. Ну, все понятно. А, твою мать, осторожно. Так, что здесь? Ничего, ничего, ничего. Пусто. Как в склепе. Вон она, одна турель стоит. Так. Блин. Ну-ка еще раз. Мазила. Ну уже попадай. Да твою мать, а. Наконец-то. А бочка служит неплохим щитом. Что тут у нас? Патроны для автомата, которым я давно не пользовался. Поэтому давайте на него переключимся. Твою мать, страж. Ай-яй-яй-яй, осторожно. Мать твою. Надо его из ракетницы гасить, но... Осторожно. Ай. Вот и все. Блоки A.
A7. Запретить внешний контакт. Так, сюда, я так понимаю. Надо убрать весь этот хлам. Не пугайте так. Давайте, разберитесь с ними, ребятки. Отпинайте их за меня, мальчики. Ну что там, вы разобрались уже? Пересижу-ка я пока в безопасном месте. Какого фига? Бочкой прикрыться и пройти. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо быстро пробежать. Здесь силовое поле. Что они с ним делали? Надеюсь, это стекло пуль непробиваемое. Я что-то открыл при помощи этого рычага. Вот что? А, вот сюда дорогу. Сохранимся, да, я буду сохраняться уже почаще, потому что мы уже приближаемся к концу игры. Поэтому убивать здесь будут гораздо чаще. А поскольку мне лень все это перепроходить, я поэтому буду сохраняться почаще, чтобы, если что, у нас был запасной аэродром, так сказать. Чтобы не пришлось много переигрывать. Нет, похоже, через стекло мы их все-таки расстрелять не можем. Подкараулим их здесь. Выйдут? Похоже, что нет. Давай, покажись. Ах, вот ты где. Еще камеры. Похоже, комбайном идет подкрепление. Так, это мне надо обратно возвращаться, я так понимаю. Турели. Черт. Одну сбили, но там еще одна была.
Так, сохранимся. Еще одни турели. Еще турели. Да ё-моё, сбивайся ты! Ай-яй-яй-яй-яй! Капец, пехота, у меня мало единиц здоровья осталось, всего 9. Аптечки поблизости что-то не видать. Вот почему их нет, когда они так нужны? Ну что, можно пройти? На всякий случай прикроемся этой бочкой. Блин, что-то у меня правда мало здоровья. Там турель, пехота, еще одна турель за... Блин. Да что ты будешь делать? Но у меня тогда только один вариант, попробовать пробежать по-быстрому, там вентиляционный ход есть, нам туда нужно. Если попробовать так... Можно попробовать, в принципе, натравить этих муравьиных львов на эту турель, может они ее все-таки собьют, если стаи будут бежать, но что-то я сомневаюсь, если честно. Может тут есть где-нибудь аптечка, а? Может, где-то я пропустил хоть одну лечилку. Да и нет, вроде бы нет. Да, похоже, выбора у нас нет. Придется по-быстренькому пробегать, стараться. И молиться всем богам, чтобы у нас это получилось. Так, дробовик нам не нужен. Так, значит, план такой. Хватаем бочку. Бежим за муравьями. А-а-а, черт. Давай, 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 давай. Давай, давай. Ай, чуть-чуть. Ладно, ничего, сейчас пройдем. А, точно, у меня же есть альтернативный режим стрельбы, я и забыл совсем. Тут у каждой пушки есть альтернативный режим стрельбы. Я как-то особо им не пользуюсь. Турель я чуть-чуть уронил, конечно, но она, по-моему, все еще работает. Блин. А может и нет. Ладно, в любом случае мы не будем сражаться с пехотой, хотя... Видимо, придется, потому что они... преградили мне путь... к вентиляции. Давай, 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 да что такое, ну... Так, как мне тут пройти? Мне как-то надо остановить этот бешеный вентилятор. А, вот как. Так. Чё такое это? Он сломал эту доску напополам. Камнем ее не остановить. А как тогда? Краской, что ли? А, вот да. Проползаем. Этот придурок что, сам себя подорвал, что ли? Теперь мы можем спокойно уничтожить эти чертовы турели. А как вот это силовое поле отключить, чтобы за мной... А, вот.
просто вырубаем за розеткой, да и все. Гад. Живучая тварь. Они смогли бы схватить Элай Венса в любой момент, но решили сделать это только сейчас, когда объявился доктор Фримен. Но это гениально. Для кого вообще вещает этот доктор Блин, если в этой тюрьме вообще никого нет, никто не содержится. Ну, по крайней мере, камеры пустые абсолютно. Кстати, было бы неплохо, если бы тут реально заключенные содержались бы, и мы могли бы их освободить и вместе с ними штурмовать тюрьму. Но почему-то разработчикам не пришла в голову такая идея. Хотя странно, вроде как тюрьма... Но в тюрьме держит одного Венса. Это странно. А все остальные камеры пустые. Куда нам дальше-то? Так, осторожно, перепрыгиваем. Со здоровьем у меня не очень, поэтому надо как-то осторожненько их мочить.
А, еще один. Там турель. Черт. Ай, назад. Черт. Блин. Я вот подзабыл, а Элая Венса схватили когда? По-моему, когда они атаковали его базу, да? Точно, точно. Мы свалили в Рейвенхолм, а комбайны схватили Элая Венса и привезли его сюда. А, в этой тюрьме они, походу, превращают людей в сталкеров. Ну, сталкеры это такие. Ну, короче, мы потом с ними встретимся, увидите. Сами. Сами увидите. Так, чуть-чуть восстановим броню. И восстановим здоровье. Сохранимся. И можем продолжать путь. Угу. Понятненько. Так, сохранение. Так, осторожно. Ну давайте, ну чё вы? Конечно, надо феромоны бросать, чтобы натравливать их на врагов, но как бы... Блин, переключаться на эти феромоны... Тупо лень перебирать весь этот инвентарь. Ладно уж. А, они всех уже завалили. Молодцы. Там турели. Так, 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 надо бы чем-нибудь прикрыться. Как щитом. Так. Прошли почти без потерь. Эта дверь не открывается. Одну турель снесли, еще одна осталась. Действуйте, действуйте.
Ну чё стоите-то? Не хочу сам руки марать. Зря мне дали эти феромоны, что ли? Один остался. Там еще турелька есть. Так, патроны для автомата не нужны нам. Здесь что, броня? Здесь автоматные патроны. Твою... Блин. Муравьи сюда пробраться не могут. А, вот эти вот хэдкрабы отравляют. Ну, тебе просто... На таких же лапах... Они просто на них похожи внешне. Если вот хэдкрабы типа ламары, они как-то от вот этих отличаются, то вот эти на длинных ножках, которые они все очень похожи. Одни отравляют, а другие наносят урон. Вот эти твари отравляют. Внимание! В крови обнаружена ОВИ. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Обнаружены легкие ранения. Требуется медпомощь. Там, по-моему, была аптечка. Критическое. Пациент при смерти. И что-то еще. О, броня. Опять они. Действуйте. Чего встали? Блин, стоят и стоят. Вам говорят, атакуйте. Ай-ай-ай. Они устроили пожар. Твою мать, еще один. Что-то у меня игра на секундочку зависла. Это нехорошо. Ой. Мы что, обратно пришли?
А куда мне тогда дальше-то? А. Кыш. Спустится. Пойди проверь, что там. Живой? Уже нет. Подлечимся, сохранимся. О, да тут броня есть. Блин, да сколько вас тут? Дайте пройти. Дай пройти, говорю. Так, подожди. Куда нам дальше-то? Я заблудился. Нет. Вот нам туда надо, а как туда попасть? Ну, только через ту будку, в которой мы были. А чё, тут нет прохода? Нет, это не открывается ничего. Здесь ничего. А, вот тут окно разбито. Я это сразу не заметил. Страж. Эй, ты чего? Мы ж на одной стороне. Похоже, феромоны на него не действуют. Твою мать. Да дай пройти. Какого хрена он снес мне все хп? У меня было 80 хп, как он снес мне все здоровье? Блин, да дайте пройти. Сдолбали, блин. Может тупо пройти? Походу нельзя. Придется сразиться с ним. Но предупреждаю, ты проиграешь. Давай. Прямо в дыню. Да твою-то мать. Блин, я думал, он сдох. Нифига. Ну сколько еще? Копытился, гад. Так, есть какие-нибудь припасы полезные? Чё-то я ничего не вижу. Так, а куда дальше? Не понял. Thank you.
А-а-а. Чё за... Валим. А куда? Твою? Сюда, быстро. Фух, успели. Мы прошли главу, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк, оставляйте комментарии. До новых встреч. И, кстати, не забудьте добавиться в друзья и подписаться на группу. С вами был Алекс Айкил, пока.